17 июня для 8 человек формы очного отделения и 5 человек формы заочного отделения Сахалинского морского колледжа города Невельска – ответственный день. Ведь им предстояло сделать важный шаг – защита дипломов, наградой после чего станет присвоение профессиональной морской специальности. У формы очного отделения, у них, по сути, у них тема, да, которая идет из года в год, как бы у них проработка маршрута перехода, да? То есть определенный формат и только порты разные. То есть они всю структуру, да, они отражают в своих работах, в дальнейшем они будут ее защищать. То есть все необходимые знания, которые они должны получить на этой стадии, да, получая первый раз диплом, они, ну, какой-то минимум знаний должны знать. Есть примета – женщина на судне к беде. Однако в этом году на очном отделении по специальности судовождения свои дипломы защищают две девушки – Виталина Кордоева и Светлана Будник, которые с этим выражением категорически не согласны. Виталина приехала из города Горно-Алтайска. Она из семьи военных, но самостоятельно приняла решение поступить в Сахмурколледж. Родители поддержали выбор дочери. Это очень такая профессия, очень романтическая. Вот. Я уже была на практике, была на паруснике. И вот. Ну и в дальнейшем тоже хочу как-то путешествовать, вот, зарабатывать себе на жизнь. И, ну, в дальнейшем хочу связать свою судьбу с этой профессией. Первым, кому выпала честь защищать свою выпускную работу, стал невельчанин. Курсант 101-го взвода 4-го курса Павел Зинякин. Для него защита диплома – ответственный момент. Он хоть и волнуется, но уверен в себе. Темой работы стала проработка маршрута из порта Ванина в порт Ичхон. Подготовка начиналась вообще изначально в море, практика. Вот, потом после практики пришли, прорабатывали уже с преподавателем все какие-то там вопросы, которые очень были сложны. В дальнейшем продолжать, конечно, это дела семьи тоже, потому что вся моя семья занимается вот этим. Мой капитан, отец тоже, вот, и я хочу продолжить его традиции. Защита выпускных работ началась с формальных представлений участников процесса. Затем защита набрала ход, и курсанты перед членами аттестационной комиссии описывали в подробных деталях содержание и ценность своих дипломных работ, после чего отвечали на возникающие у преподавателей вопросы. Все ребята отлично продемонстрировали свои знания, приобретенные как в стенах Сахмурколледжа, так и на практических выходах в море. Поставленные задачи выполнены. Отработали умение выполнения правил корректуры морских карт и руководств для плавания, методики выполнения корректуры морских карт и пособий. Приобрели навыки работы с нормативно-правовыми актами по организации обеспечения безопасности мореплавания. Научились самостоятельно выполнять навигационную проработку рейса. Благодаря хорошей учебной подготовке и ответственному отношению к делу, все курсанты успешно защитили свои выпускные квалификационные работы. Теперь их ожидает волнительный момент – торжественное вручение дипломов. Елена Стрелкова, Александр Стрельников, Невельские новости.